Два представителя городской администрации и общественный деятель. Ревизоры отправились в рейд искать владельцев незаконных парковок. Таких огороженных мест для избранных по всему городу сотни. Вот один из примеров. Большая казачья, офисное здание, пару стояночных мест огородили цепочкой. Правда, кто это сделал, неизвестно. Двери закрыты, домофон не отвечает. Если нет хозяев, сейчас тоже практика такая уже наработана. Мы приглашаем, когда информация подтвердилась из комитета по имуществу, что земля муниципальная, приглашаем еще сотрудников ГИБДД. На месте составляется акт, что незаконно установлено препятствие на дороге, и принимается решение о его демонтаже. Здесь приходится задействовать силы наших МБУ, муниципальных бюджетных учреждений, которым приходится эту работу проводить. Оказывается, не все заблокированные стоянки вне закона. Если земельный участок под парковкой находится в аренде, владельцы имеют полное право устанавливать различные блокираторы. Но, как правило, VIP-места организуют без всяких на то разрешений. К сожалению, далеко не все граждане осознают, что эти парковки – муниципальная собственность, предназначенная для использования всеми жителями города, а не сотрудниками каких-то отдельных организаций. Участились случаи, когда на таких карманах особо предприимчивые лица устанавливают ограничители парковки и пользуются ими в своих собственных интересах. Как правило, это происходит в центре города, где мест для парковки и без того недостаточно. Я смогу здесь припарковаться? Безусловно. Вообще, то есть мы не отказываем никому. Наталья – одна из таких особо предприимчивых бизнесменов. Перед цветочным магазином поставила два блокиратора, якобы для клиентов. На все про все предприниматель потратила 15 тысяч рублей. Оказалось, деньги на ветер. Земля муниципальная, устанавливать на ней ничего нельзя. И очень, опять-таки, деликатно, только в те моменты, когда нам нужно разгрузиться и погрузиться, пользуемся этими блокираторами. Только когда принимаем товар. Потому что это мы не для своих машин, опять-таки, сделали, а для людей. Гражданка как-то не особо желает с нами общаться и, более того, скажу, не особо понимает сущность совершенного ей нарушения и, соответственно, полагает, что, наверное, нет необходимости устранять эти нарушения закона. И, скорее всего, эта беседа была проведена впустую. За прошлый год сотрудники городской администрации демонтировали больше 20 незаконных препятствий. В этом году ни одного. Но это, говорят специалисты, только пока. Роман Гальперин, Александр Кравченко, новости «Телеобъектив».